центр Манхэттена. 16 декабря 1985 года. Томми, как поживаешь? А у тебя как дела? Да нормально. Фрэнки был миротворцем. Он вел переговоры. Поли доверял ему. Это его была большая ошибка. А без доверия нет предательства. Мне мартини, а мне скотч со льдом. Я надеюсь. Дядя Поли и Джонни наконец договорятся. Я тоже наконец надеюсь на это. Ну где они там? Энджи, не двигайся. Оставайся на месте, пока я не подам сигнал. Номер 5. Лори обожает эти духи. Она говорит, что они пахнут деньгами. Ладно, пора нам ехать. А то там жена твоя с ума сойдет. Наверное, в пробку попали. Да. Ну а вы, Фрэнсис, что планируете на праздники? Пойдем в домик на пляже. С Рождеством тебя, Фрэнки. С Рождеством. Merry Christmas, за тебя. Merry Christmas. Yeah. Сэмми, Сэмми, они рядом с нами. Они Сэмми. Рядом с нами, я слышу. Если они посмотрят на нас, я начну стрелять. Клянусь, я начну стрелять. Ты на меня не пристрели, ладно? Красный свет, красный свет, слышишь? Они едут. Приготовиться. Такси. Такси. Они готовы, Джон. Пойдем, Тони. Им уже ничем не помочь. Кастеллана были убиты на улицах Нью-Йорка 4 наемными убийцами. У нас 2 хладнокровных убийства.